Итак, это мой ежедневный, как сказать, стаканчик кофе, нет. Это моя ежедневная чашечка кофе, сказать, нет. В общем, это мой ежедневный допио эспрессо. Допио, двойной эспрессо. Он очень крепкий, очень вкусный, много пеночки на нем. И я его пью обязательно с медом. Вот там вот на вот этой штучке, где лежат сахарок, все это прочее, там лежит с левой стороны, если заметно будет. Там лежит мед. Вот эти металлические штучки, вот там лежит мед в пакетиках маленьких. Итак. Итак, я сижу в кафе Starbucks Coffee. Это отель называется. Как же называется? Отель называется Bohemia. Итак, я вчера смотрела фильм еще раз. Я тысячу раз смотрела. Я знаю наизусть Али Макбил. Я могу ссылку оставить под моим видео. Вообще потрясающий сериал. Не буду рассказывать, что и про что. И в этом фильме вчера это Али показывала Джорджи, как правильно пить кофе. Джорджи, они с Джорджи купили кофе, Джорджи такая хватает кофе, Али говорит, подожди. Расслабься, на минутку говори. Давай пить кофе с прелюдией. А Джорджи говорит, а что такое пить кофе с прелюдией? Она говорит, ну как вот секс с прелюдией. Она говорит, ну ты женщина замужняя, я так приколола, говорит, ты, наверное, этого не знаешь, потому что мужчины как, пришел, трах-бах и ушел, а нужна прелюдия. И она показывает, понюхай это кофе. Вот действительно, думаю, боже, я что же так же пью кофе, вот так, глотанула и пошла. А действительно, нужна прелюдия. Итак, начинается с чего? Я вдыхаю аромат кофе. Просто потрясающий запах. Потом там на кофе они были с этими крышечками, и из крышечка немножко вылезла пена. Она говорит, а теперь слизни эту пену. И Джорджа так слизывает эту пену так кончиком языка. Потом Али так кончиком языка. Так прикольно, так эротично. Вот казалось бы, да? Просто выпить чашку кофе можно с какой-то долей эротики, наверное. Так, я обязательно размещу это видео, пожалуйста, посмотрите. Все, фильм потрясающий. А потом она говорит, а теперь попробуй его. Она говорит, не просто попробуй, а смакуй. Возьми маленький-маленький, совсем крошечную порцию кофе в рот. Действительно, какая сказка. Ведь я никогда раньше об этом не задумывалась. Садишься кушать, хватаешь вилку, там лиложку, бах-бах, наелся, вот все. Я вчера, когда... Я эту серию много раз смотрела, но никогда не придавала такого громадного... Такого громадного... Чего? Внимания. И теперь, конечно, я решила все. Что бы я ни делала, я буду делать теперь с прелюдией. Я буду кушать эротически. Я буду нюхать, я буду смаковать. Я буду пропускать это через свой мозг. Все запахи, все вкусы, все прочее. Ну, собственно, чего и вам желаю. Дурдом, если получился, извините. Пока-пока.